старшей школе номер 17 проходят финальные игры школьной баскетбольной лиги «Калий Баскет Юниор». Напомним, такие матчи традиционно проводятся в рамках проекта компании «Уралкалий» по развитию баскетбола. На этот раз в спортивном зале встретились второклассники 17 и 14 школ, а также первой гимназии. Второклассник из 17 Марк Муталапов играет в оранжевый мяч всего год, но уже подает большие надежды. Баскетбол мне больше нравится, потому что мы тут участвуем на кубке, на медали. Ну, мне нравится там в корзину мяч забивать, потому что, ну, в футболе мы тоже там вот играем против чемпионов. Ну, мы там пока не занимаем там медали, там, ну. То есть баскетбол более результативная игра, да? Да, мне это больше нравится. И какая у тебя мечта? Ну, хочу получить где-то 3 кубка и 5 медалей. Настрой на финал баскетбольной лиги боевой, да и поддержка отличная. За Марка пришли поболеть родители. Я горжусь своим сыном, что он принял участие в соревнованиях «Калий Баскет Юниор». Желаю не сдаваться, всегда продолжать в том же духе и завоевывать более почетные медали, места. В общем, удачи нашей команде. Удачи ребятам обязательно понадобится в дальнейшей карьере. А сейчас юные баскетболисты отлично проявили себя в финале школьной баскетбольной лиги, чем, естественно, порадовали своего тренера. Кстати, за первое место боролись две команды из 17-й. Обеих тренирует Григорий Красавин. Лучшей оказалась первая команда, но это было ожидаемо, хотя перевес был небольшой. Дам небольшой отдых, вот, и начинаем готовиться к следующему сезону, то есть к следующему турниру школьной баскетбольной лиги. Главный судья соревнований дал свою оценку юным игрокам в баскетбол, которые на минуточку вышли в финал школьной баскетбольной лиги. Им еще много-много чему нужно научиться, но эта игра, она всегда дает какое-то решение каких-то задач, каких-то проблем. И поэтому она нужна для того, чтобы затем расти дальше. Напомним, в рамках проекта компании «Уралкалий» по развитию баскетбола открыто 28 баскетбольных центров в Березниках и Соликамске, большинство из которых работают при школах, обеспечивая шаговую доступность для тренировок. Школьная баскетбольная лига «Калий Баскет Юниор» – это соревнования в рамках проекта. В них принимают участие школьные команды. Лига специально организована для младших школьников с целью популяризации баскетбола, а также чтобы дать возможность всем участникам проекта получить игровой и соревновательный опыт. На экране вы видите итог финальных игр школьной баскетбольной лиги «Калий Баскет Юниор» среди первых и вторых классов. Как всегда, желаю дальнейших успехов и побед нашим баскетболистам Олеся Петровичева, Кирилл Литвин и вся телекомпания «Соль ТВ».